Для клопотливой мати самое главное – здоровье яе дитяти. А каб быть упэўненым, что с детьми все у парадку, треба регулярно проходить основные обследования. Напередодні Нового года допомогчы у гэтым вырашили областная организация Белой Руси и медицинский центр Гомеля. За проведением незвычайной и вельми актуальной акции сачили наши корреспонденты. Для зручности батьку и детей акцию провели у выходный день. У один из медцентров Гомеля запросили 40 гомельских першоклассников. Бесплатно хлопчикам и девчинкам провели ультрагуковое доследование щитоподобной залозы. Так само их примал ортопед. Вучня у менавіта первого класса выбрали тому, что у этих детей целком поменялся режим дня, добавились нагрузки на опор на рухальный аппарат. В Новый год очень важно быть здоровым. Здоровье – это очень важно. Поэтому ребята сегодня, которые пришли в этот медицинский центр, их сегодня обследует врач-ортопед, смогут сделать УЗИ щитовидки ребята, ну и узнать свои проблемы. Ну пусть проблем у наших ребят не будет, пусть они будут все здоровыми. На жаль, по выниках обследования здоровыми оказались не все першоклассники. Прикладно у чверти детей ортопед выявил отхиление от нормы. На ультрагуковым доследовании щитоподобной залозы разные ступени патологии были диагностованы у кожного третьего. Усё гэта допоможе призначить детям своечасовое лечение альбо коррекцию режиму дня, физичных нагрузок и харчавания. Батьки, до речи, с великой удячностью отозвались о проведенной акции. Замечательная акция, спасибо большое. Мы очень рады, что у нас все хорошо, ребенок. Для нас подарок к Новому году, так сказать. Это помощь родителям, да, что имеем возможность прийти и бесплатно вот, пройти данное обследование. Ребенку очень понравилось, детей развлекали, дети получили подарки. Она сказала, что замечательные, добрые врачи. Так что спасибо огромное, проводите и в дальнейшем такие акции. Пакуй же областная организация Белой Руси рыхтуется до инших новогодних мероприемств. Их удельниками станут тысячи хлопчиков и девчинок. Марина Джала, Анастасия Кучинская, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель».